Всем привет! Продолжаем дальше наводить шороху в следственном изоляторе, где содержится такой преступник, как, блядь, Чужой! Чужой, сука, блядь, здесь содержится. Так, открыть щиток, смотрим. Тын-тын-тын, тын-тын-тын, Микки Маусом. Так, чтобы узнать, где находится локальная система, изучите карту на правом экране с помощью Микки Мауса. Перенаправляйте ток, чтобы отключить... Так, система находящаяся... Подпитывается. Короче, нам тут предлагают, блядь, подпитать какую-то нахуй систему. Чтобы она заработала. Значит, в общем, здесь, блядь, вынесут нам мозг, я так понимаю. С подключением системы питания. Так как здесь двери все закрыты, но не все. Ну, блядь. Электричество, как обычно, вечно в жопе у них тут, блядь. Электрики постарались, молодцы. Сука. Необходимо урд. Необходимо урд. Что за урд, блядь? Урод, наверное, какой-то. Тут необходимо какой-то... Необходим урод, блядь, сука. Так, лифт не работает. Везде шкафы, где можно спрятаться. Хуй его знает, может здесь... Может здесь будет какой-то хуило. Что-то у меня подвисло немножечко. Опа-на! Опять какая-то сука пьяная нахуярилась. Завалилась. И его ёбнули. Понятно. Так, нам надо вообще, блядь, соорудить. Соорудить, наверное, надо, блядь, этот самый... Аптечек, блядь, или хуй знает. Что у нас дохуя всего... В нашем мешочке. Сейчас мы немножечко освободим место. Создаем тут из клея, блядь. Из каких-то, блядь, пластмассы, из игл. Короче, из всякого хлама, говна, короче, собираем. Всякую хуйню. Ебатень. Так, все, здесь у нас уже ничего нету. А другого мы ничего и не можем собрать. Хуй его знает. Короче, другого ничего нельзя собрать. Почему-то нас сразу просят воспользоваться укольчиком. Мы можем это сделать, хорошо. Так, посмотрим, что там. Опять хлам нам некуда уже засунуть. Ладно, хуй с ним, короче, с этим клоуном. Ну что, ломаем дальше. Такая, блядь, короче. Подруга такая, блядь, не мои срока. А, ну вот мы открыли, короче, дверь. Которая была заперта. Хуй его знает, что мы ее ломали. Смысл в этом был, я не знаю, был он или не был смысл в этом. Везде нас просят вызвать электричку. Я не понимаю смысл тут вызывания электричек с двух сторон, блядь. Ну, в общем, как я и говорил, придется поебаться тут, походу. Сейчас, я думаю, вынесут мозг тут, блядь. С подачи энергии. Уважайте других пассажиров, блядь, не мусорите, блядь. Поменьше бухайте. Не ссыте на заборы.
Блять, ведите себя культурно. До жилой башни следует вагон. Ну что, поехали до жилой башни. А что делать? Не шумите, не подходите к антенне. Блять, как всегда мне тут подписывают разные внизу подсказки. Типа набегу, часто пригибайтесь, блять, нагибайтесь нахуй. Хуй его знает. Подбирайте всяческие инструменты, кидайте его по сторонам, может, кого попадете. Мяу, блять, мы прилетели куда-то. На башню Соломон прилетели. Выход Галилеи Соломон, штабу службы безопасности и жилой зоне. В жилой зоне, тут даже жилая зона где-то должна быть. Пока я нихуя не понял, блядь, юмора. Прилетел я, судя по всему, какую-то, блядь, такую же хуйню, блядь, как только что, откуда я, где я был. Не знаю. Восстановить подачу электроэнергии. Понятно, везде проблемы с... Сотрудники компании «Севастополь Транзит» благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. В Севастополе все благодарят, что вы тут у нас, блядь, обитаете нахуй. Бухаете, трахаетесь, блядь. Пользуетесь кинотеатрами для просмотра, блядь, порнофильмов. Все заебись, вы свои в доску. Так, 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 так. Ладно, на крайняк мы запишемся лучше внизу сейчас. Мало ли что. Чтобы в следующий раз нам не бегать. Отлично. Ну а теперь можно и здесь прозондировать почву. Может, здесь что-то есть интересное. Вот ящички хотя бы можно какие-то открывать. Что-то мы уже... Можем. Эй, есть кто дома? Как всегда, везде все написано, блядь, какие-то fuck you, блядь! Fuck you, сука! Fucking shit! RIP! Севастополь! Севастополь рулит, блядь! Да, интересно. Ну, в общем, дохуя что-то комнат. Ох ты, даже патроны дали. Удивительно. Нас снабдили патронами. Патроны, судя по всему, каким-то макаром заряжаются в мою монтировку. В этот разводник, блядь, в газовый. И он каким-то макаром будет стрелять. Этанол, хлам. Этанол, блядь, этанол. Короче, насували какой-то мне барбитуры. Патроны для револьвера опять. Бля, ну тут такая нехуёвая такая уже. Зал ожидания нехуёвый такой.
Езди разгуляться. Так, все, уже нету места. Все уже. Хламом все переполнено. Жетон-то возьми хотя бы. Жетон один. Вот. Так. Этот сундук закрыт. Этот открыт. Ну что ж, пойдем спустимся вниз тогда. Здесь вроде все как обошли. Нам дали кучу патронов. Будем. Я думаю, что она будет кидаться нахуй. Прям в глаз буду попадать. Целиться. Интересно, она попадет патроном в глаз, блядь. Чужому. С ним интересно вообще что-нибудь будет. В таком случае. Блять, короче, нихуя, какой написано. No entry, как бы, блять. Какая-то хуйня, все, блять, порасписано. Fuck you, бля, ебаться в рот, нахуй, блять, какие-то кресты. Пошли все нахуй, ауч, выход, блять. Хуй поймешь. Приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Так, так, так. Мы уже пришли на какую-то так технобашню. Приехали. И нам сейчас надо. Ой, вернее, мы сейчас в инженерной. Нам надо найти технобашню. Я думаю, мы здесь тоже, наверное. Ладно, пока сохраняться не буду. Ну вот, мы уже продвинулись. Немножко. Посещайте. Так, блядь. Катапульты не работают. Тут какой-то таймер. Взрывоопасный. Ну что ж. Будем искать дальше. Но что мы ищем, я пока не понимаю. Мне пока пишут то технобашня, то лифт. Пока я не очень вкуриваю, что за хуйня это все тут, блядь. Нихуя тут едет. Пары эвкалипта. Пары ментола и эвкалипта. Туман такой зловещий, блядь. Сейчас тут выйдут зловещие мертвецы, блядь. Вот эти ионный резак, плазменный резак нам еще предлагалось найти в самом начале игры. Сколько я хожу, я к плазме, от плазменного резака даже ручку еще не нашел. Не говоря уже о самом резаке с подачей, так сказать, самой плазмы. Тут не то, что плазменный рюкзак, тут, блядь, тут отвертку крестовую хер найдешь. Ну, а так, в принципе, баллоны, вот что, баллоны стоят и стоят. Ничего пока не вижу, ничего мы тут не находим. Только куча оборудования. Какого-то нахуй ненужного. Ну что, посмотрим, что тут дальше. Главное, чтобы нас никто не сожрал. Опачки. Ну так, ничего, выдержано. В стиле. В стиле модерн. Баллончики, трубочки, все так, блядь, грамотно срисовано. Опа-на! Вот это я круто куда-то пришел.
Прям на, блядь, на настоящий тут пульт управления какой-то. Там что-то происходит. На это на станции. Прям какое-то безумие. Подаются какие-то электроэнергетические, блядь, заряды. Хуй поймешь, короче, я пока нихуя не знаю. Ничего не нажимается, ничего не делается. Так, какая-то... Какая-то распиздяйская рубка. Откуда, судя по всему, наблюдали... Ну... Более-менее адекватные люди за происходящим на орбитальной станции. Правда, я так и не понял, нахуй меня сюда вообще притащили. Ничего я здесь не словил. Ничем даже не напугали. Пока ничего не происходит. Нихуя я, как обычно, не нашел. Нет, ну так нахожу всякий мусор. Оба-на! Хуя там какой-то крендель на меня, блядь, целится. А! Нихуя себе! Блядь, в меня стреляют! Охуеть! А что же мне тогда делать-то? Ну а его ёбнуть-то? Сука, а ведь не дашь им пизды-то, наверное. Хотя хуй его знает. Может быть, подбежать. Переебать им нахуй. Хуй там был. Выход к связи, блядь. Хуязи, блядь. Посетите, блядь, наш ресторан, блядь. Наш отель, мотель, хуитель. Вещи не разбрасывайте нахуй. Где попало. Ходите, бродите, блядь. Удержаться, спрятаться. Бля, пьяная рожа валяется. Сука, тут уже, блядь, мухи налетели уже там, блядь, походу. Вот с этими щитками я пока нихуя не понял. Есть тут какие-то загрузки, электроэнергия. Система динамиков нестабильная. Система включена. Попробуем включить стабильную. Стабильную не дает. Отключим эту, включим стабильную систему. Транзистанция. Транзистанция, хуянция, блядь. Хуй поймешь, этот щиток есть и здесь, он есть и здесь. В принципе, все то же самое, только наоборот. Поэтому... Не совсем. Все понятно, но вроде бы как справляемся. Не мусорите в вагонах, не ссыте там, блядь. Так, пока там едет электричка, мы посмотрим, что у нас здесь. А, ну здесь я уже был. Тоже. В принципе, я тут уже везде был. На самом деле... Так, попасть на лифте в центр связи. Ух ты! Не знаю... Так, нет, это явно не...
Это явно не мои друзья. Явно не мои друзья. Судя по всему, это... Сука, те мордовороты, блядь! И что мне теперь делать, блядь? Судя по всему, они там, блядь, ходят. И ждут, когда я вылезу. Печальная история. Пока я никого не вижу. У меня нет, блядь, нихуя, кроме ёбаной монтировки. Что я с ней могу сделать? Что я могу вообще ей сделать? Да ничего. Ничего я не могу сделать этой ёбаной монтировкой, блядь. Я могу только по углам щемиться. На полусогнутых. И поглядывать по сторонам, чтобы меня не ёбнули по башке. Хули там по башке, блядь? У них стволы, ёпта. Меня завалить, в принципе, им не стоит никакого усилия. Ладно, ладно, потихонечку, потихонечку посмотрим, что там дальше будет. Может быть, здесь есть где-то... Где-то этот контроллер, где можно записаться. Записаться на фотосессию, блядь. Сейчас эта моя сучка только губы подкрасит, блядь. Макияж наведет. Здесь тоже щиток. Вот они, загрузки все. Вот очистка воздуха. Ее тоже надо включить. Ага. Просто так ты тут ничего не включишь. Угу. Что-то пытаюсь включить. О, нихуя тут, блядь. Пар какой-то пошел. А, ну это очистка воздуха. О, блядь. Ёбаный в рот, и так нихуя не видно. Они еще очистительные сооружения какие-то тут, блядь, включили. Но там зато меня, наверное, не видать в пару. А где эта сучка, которая орала? Блять, вот бы сейчас вырубить бы кого-нибудь одного хотя бы из них. И забрать бы ствол. Это было бы уже что-то. Это уже был какой-то прогресс. А если еще и какого-нибудь хуя с дробовиком вальнуть? Ну, я бы тогда развернулся. Подачу энергии надо запустить. А эта тёлка, наверное, не ходит одна. Эй, блядь! Вы где? Блядь, вы где все? Бляди! Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Файер! А может быть, блядь, файером напугать их?
Может, им Фаер в жопу засунуть? Сука. Фаер. Ну вот мы что-то тут на столах находим. Какой-то сенсор, Фаер. Всякие примочки интересные. Это что-то типа вроде ресторана такого. Курда. Опять нужна какая-то курда. Курва какая-то. Это, кстати, тоже щиток. Сейчас попробуем на нем что-нибудь отрегулировать. Система динамиков. Система динамиков. Так, я потихонечку налаживаю систему. И она вроде бы как начинает работать. Жаль, что тут нет ни одного кренделя. Так бы был, наверное, какой-нибудь резон замочить одного из них. Так, ну ладно, здесь я уже хожу по кругу. Может, что-то... Опа! Похоже, она пыталась подобрать клиф. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент. Вот так вот, блядь. Найдите электронные данные и почините УРД. Ага. Вот она какая хуйня. Короче, это пизда. Хотела взлом. Блять, опять эти суки тут. Бля, ебаный в рот. Бля, они опять тут. Вон они. Блять, давай скорее, уебываем. Блять. Вот они, суки, лазят да за мной. А-а-а. Блять. Я могу только наблюдать. Сука! Они заметили меня. Падлы. Эти падлы заметили меня. Да. Но у нас есть еще вариант. Вот так вот. Эталон, нет места. Хорошо, нету и нету. Блять, дайте ствол. Дайте М16. Дайте АКМ. Что-нибудь. Блять, дробовик какой-нибудь, твари. Блять, они же меня расчехлят нахуй. Так, что мы можем сделать? И от хлама не избавиться.
утомленные солнцем. На-на-ни-на-на-на-на. Хуй, блядь, даже этанола не взять. В общем, судя по всему, блядь, на обратно нахуй лезть, короче. Прям в пекло, блядь. Так, одного вижу. Они все, суки, ищут меня. Вон она, тварь, блядь. Стоит. Как бы ее, блядь, потихо шваркнуть. Суки. Блядь, и не жахнуть же, ебаный в рот. Вон тварь идет, сука. Они со всех сторон идут. Слава богу, я вас нашел. Это кто-то из вас? Нихуя себе палево!